Девочки и мальчики, привет всем! Привет всем! Ой, мы сейчас пришли из магазина. Давайте посмотрим, как наши цены поднялись или такие же. So, what do you think? It's a price is more expensive right now or the same? Well, since we bought last time. It's about the same right now. Ну, с последнего раза пока такие же цены. So, do you have a receipt we're gonna show in the end? Yeah, it's one of these bags. Okay, let's see what we bought. Давайте посмотрим, что мы купили. Bubbies. О, это его любимые. Famous pickles, the best. Yes. Окей. Молоко. Молоко. Молоко мы теперь покупаем цельное. Я прочитала, что чем натуральное молоко, тем оно лучше. Но мы мало пьем молока, на самом деле. Не знаю, зачем он галлон купил. Окей, what else? Orange juice. Апельсиновый сок. Апельсиновый сок. Да. Да. Так, okay. Что у нас дальше? Огурчики. 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 Так, вот эти вот огурчики называются poppers. Cute cucumber. Не cucumber написано, а cucumber. Poppers. Они маленькие-маленькие, очень классные, кстати. Чеснок. Так, это ему подсказывать не надо, это чеснок. Кстати, если кто хочет попробовать такие соленые огурцы, он просто не может без них. Называются они Бабис, и они продаются, наверное, не только в Пабликсе, но вот. Окей, okay, what else we bought? Помидорки. 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 Say. Помидорки. Yes. Окей. Okay. Fish. Лосось. 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 Swiss cheese. Yes. Сыр. 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 Вот this. You didn't show that. Ножки куриные. Смотрите, вот очень мне понравилось. Теперь я их замариновываю с аджикой. И потом их пеку. Запекаю. Курочка. Right. Курочка. Курочка. Yes. You're a good boy. Курочка. Куричка. Морковка. Морковка. Yes. What is this? Это такие штучки у меня называются яичные рапс, яичные. Ну вот салатик можно сделать и завернуть в него. Я сейчас покажу вам, смотрите, здесь ноль жира, ноль сахара. В общем, хорошие очень яичные. Вот попробую я их, не знаю. Nuts. For who? Your stupid birds. For Белочка. Белочка. If Белочка gets better food than me. Это для птичек. Ну, иногда белочки кидаю. Dressing? Yeah. Это очень хороший авокадо дрессинг. Авокадо. Такой просто прелесть. Вот тоже, если почитать, то здесь, смотрите, я сейчас покажу вам. Здесь ноль сахара или 1%, да даже ноль сахара. Вообще тут очень хороший дрессинг. То есть без сахара, без всякого. Cream cheese. Это cream cheese. Я когда соленую рыбку кушаю с бутербродиком, вот вместо масла я намазываю. Перец. Who? Перец. Перец. Сладкий перец. Сладкий перец. Yes. Dental stuff. А, вот эти щеточки между зубов вычищать очень мне нравится. Покупаю все время. Окей. What else? Chicken liver again. Yes. Все время, чтобы у меня был chicken liver в холодильнике. Иногда в охотку люблю. Курочка. С луком. Ой, так вкусно вообще. С салатиком. Лимон. Лимоны. Лимоны. Yes. Так, лимончики. Дальше. Лук. Мы не покупаем ни сладости, ничего. Если орехи, то только вот птицам. Видите, они написано raw peanuts, то есть они сырые. Так, это значит кухню мыть и ванну мыть. Лайсоловские. Do you always use those? Yeah, I don't know where they are. I thought we have them, but we got tons of them. I don't see. They're in the bathroom. Короче, за $6 одну купила, одна бесплатно. Так, это у нас салат. 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 Листья салата. Салата. Так, красный лук я покупаю всегда на салатик. Очень вкусно. So, what is this? Авокадо. You hot, huh? Yeah. Okay, let's see, what else we bought. This is fish. Это лосось, который я буду сегодня запекать в духовочке. Винсент убирает.
So what kind of wine you bought for yourself? My favorite. Вот это его три Монаша Туа, это его любимое вино. Так. This is ham. Cooked ham. Так, это значит у нас ветчина. This is very good. Салями. This is genuine salami. Это Винсент у меня с пивом. Very good. With beer? Yep, beer. Yeah. And this is what else? This is I like to try. This is он купил всякие нарезки. Chicken breast. Chicken breast. But it's teriyaki chicken breast. Он делает часто бутербродики разные всякие. This is cheese. Так. Provolone. Okay. This here is also, but this is... You're gonna make sandwich now? Yeah, later. Okay. This is lemon chicken breast. Oh, лимонная lemon. Какая-то you курица. Like that. I know you like okay. that. Okay. What else? This is roast beef. Ну, а это, значит, мясо уже нарезано очень тонким слоем. So that's that on so that. So what else? What else? These are my... I love these. Oh, это Винсента... Любимое мороженое, которое я вообще не ем. Называется these. Italian Ice. Put over there. Yep, I look yeah. forward for these every day. Да. You bought this because I don't eat them. That's right. That too. But you want it, they're gonna melt. Okay, all right. Put it right now. Пока не растаяло. Убирай быстрее. Ой, что делает? Что делает? Открывает. Oops. Oh, you're not putting it in a box? No, it takes less room. Okay. Okay, what else? We bought here. This is all my meats. It's for sandwiches. This is your kefir. Kefir. Два кефирчика. Мне очень нравится. Вечерком я бывает... Выпиваю стакан кефира. Единственная сладость, которую мы берем иногда, это вот эти вот активия йогурты. Тоже иногда йогурт, съедаем йогурты. Йогурт. Именно вот вишневый и вот этот вот черносливовый Activia. Очень люблю. Да. Вот эти вот люблю. So how much you spend? Show me the receipt. Wow. I don't know where the ticket is. What do you mean? It was $265. Даже потерял, короче, этот чек. Maybe in your pocket, maybe no, in a... No, I put it in one of these bags. Oh, I didn't take this out. Oh, еще? I think it's in Ой, у нас два хлеба. Ah, yeah, I see that. I see right here. Yeah. They got bread. Хлеб, это который Винсент у нас ест, итальянский. And this is our... А это хлеб, который я ем, кито. Я не на кето-диете, но я этот хлеб ем. Яичкис? Так, яйца. Enjoy яичкис. Yes. So, let's see how much we spent. Okay. Here we go. Look at all of that. Look at, let me see. I cannot see nothing. Let me see. Мы истратили $261 и 22 цента. И сохранили $13.29. Все. Yep. So it's not bad. $13, yes, I said. Yeah. So it's not bad today price, right? Yeah. It's expensive. Ну, конечно, дороговато, но не уж не умереть. We didn't buy any meats. Meats have gone up a lot. I forgot buy lipstick for myself. Я говорю, я помаду забыла купить. That's expensive. Hey, go for $20. But that $20 for a long time, for 3 months. This $20, see one of your bottle $10 for one night. That's what different. But it's worth it. Yeah. Because that $10 makes you look so much prettier to me. Crazy. My lipstick, it's worth it. No, that'll make you look See, more if I buy lipstick, you don't need the wine to no, see me no, pretty. That'll make you Такая look сволочь, much вообще. More beautiful. Он говорит, lipstick. Вино стоит того, я выпью, и ты мне кажешься такой красивой. Паразит. А я говорю, а с моей помадой и вина тебе не надо, я буду красивая. Why you are insult your wife like that? Oh, that's not an insult. That's no? You look beautiful after a few drinks, why not? Говорит, я тебя не оскорбляю. Говорит, просто ты очень красивая после двух бокальчиков вина. Вот паразит. Ой, паразит. Ладно, девочки, конечно, это все шутки. И кто-то сейчас напишет. Я бы обиделась. Знаете, у меня есть такие комментаторши. Я бы обиделась. Я бы не вынесла такого. Ну,
А я не обиделась, и я вынесла, и вынесу еще. Какая фигня? Should I put this on top? You like this? Yeah. Put this on top so mm-hmm. Yep. So you're gonna make sandwich? Yes, I'm gonna make sandwich. Okay, I'm gonna show. Сейчас он будет делать бутерброд, который он делает, я вам покажу. Итак, начинается бутербродик. Are you gonna make бутерброд? I'm gonna make a sandwich. Yeah, бутерброд. 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 Я сижу на стульчике. У меня до сих пор, ведь девочки, спина болит. There но легче уже, но. So this is called a roast beef. This is London broil roast beef. Okay, roast beef sandwich, yeah? Yeah. Do you want to try a piece? Yeah, a little, very little. You'll like this. Look at that, it's like a paper. It's very good. Let me see. Yeah. Вот очень вкусно. Okay, get a couple pieces of bread. Mm-hmm. Okay, let's put some meat on there. Stretch it out. Hold your corners up. Вкусно. Так, американские бутерброды. Я put just the whole thing. No, it's got to be done right. Я говорю, да положи, да и все. Он говорит, нет. You got to get that airy feeling. Чтобы, you говорит, can't have it all bunched up. Чтобы все воздушное было, говорит. Что делает? Старается. Бутербродик-то. One more piece. I'll leave the rest for you. You might like that. Look at how good that is. See that? How beautiful that is? Mm-hmm. Perfect roast beef. Mm. Oh, look at that. Look at that. Okay. So now we're going to have a tomato on it. Okay. So dark in here. Теперь, говорит, помидорочку порежем. So far so good. Помидорки. Look how good this knife is. It cuts it so good. Actually, pomidor very good too, yeah. Yeah, look at that. Tomatoes good. Did you ever see a knife cut so good before in your life? What did you do? Look at that. Sharpen. Sharpen? Look how nice. Смотри, говорит, я наточил нож. Look how small I could slice that. Look. Смотри, как я наточил нож, говорит он. Ты никогда не видел that. Такого острого ножа. That is awesome. It is. Good boy. Mm. Onion? Look. Look. I'll discard that. Take a piece. Right here. Oops. And take another piece. Oops. Right here. And that'll be good on that. Так вот, смотрите, американские бутерброды. Майонез. Майонез. Так. Like that. Кладет. With that beautiful tomato. Right on top of that. Видите, какую вкуснятину. На ланч. У нас сейчас время, час дня. Это типа ланч такой, перекус. That's beautiful. Okay. You don't want cucumbers? No. A little bit of salt. Okay, соли чуть-чуть. Just a little. Just a little. A little bit of pepper. Onion. Wait a second, a bit of pepper. Так. Here comes the onion. Колечками. Колечками? Yeah. Why is that колечками? Rings, rings. Oh, rings. Is, you're not going to do rings? Onion rings? I could. I колечки. It's called колечки. Кольцо. Колечко, колечко, кольцо. Давно это было, давно. You get this. Okay. And you go. Whoop. Whoop. Okay. And you go like this. So it is ready. Where is that cut? Cut it. На пополашки. Okay, look how it's look like. Look at that. Very beautiful. Mm. Let's see. Ух, как он кушает. Tasty. Oh. Wow. Вот такие вот у нас американские бутерброды. Перекус, ланч. A roast beef is killer. Говорит, просто убийственный вкусный roast beef. Tasty. Good. Sandwich like this deserves a beer. Бутерброд, как такой бутерброд, он заслуживает пивко. Короче, вот такой вот бутерброд, да, с пивком. Прелесть. It's tasty, baby, huh? Вкуснятина. Вкуснятина.
Очень вкусно. You're supposed to say, ставьте лайки, if they like, right? Ставьте лайки. Сейчас женщины на меня налетят, да, дай ты мужику пожрать.